Samsung выпустит 9 моделей смартфонов линейки Galaxy A до середины 2019 года. Компания Samsung активно меняет стратегию, чтобы более успешно конкурировать со смартфонами китайских производителей. Для этого, в частности, готовится линейка Galaxy M. Кроме того, на подходе большое количество недорогих смартфонов линейки Galaxy A. Источники сообщают о том, что в этом году выйдет не менее 9 моделей смартфонов Galaxy A, включая SME-105, SME-202, SME-205, SME-260, SME-305, SME-405, SME-505, SME-705 и SME-905. Важно обратить внимание на то, что все они будут выпущены до середины этого года. Основная часть смартфонов будет ориентирована на азиатский рынок, особенно Китай и Индию. Эти смартфоны должны сохранить ключевые особенности устройств линейки Galaxy A, а именно получить премиальный дизайн и неплохие характеристики при доступной цене. Сегодня утром мы публиковали результаты тестирования Samsung Galaxy A30.